Так, лорд Саладин и леди Эфридин. Он не обрадуется, если узнает, что я рассказывал эту историю. Но леди Эфридит, мне она нравится. Делится со мной всем. Мы любим хорошие истории и шлемы. Так вот, Эфридит, она поднимает Саладина над головой и говорит. И она говорит, я никогда не промахиваюсь. Она поднимает его над головой и швыряет. А он заносит свой кулак опустошения. Их энергия, слившаяся воедино, звенит, словно вытащенный из ножен меч. Он летит вниз 30 километров и попадает прямиком в падшего ходока, как пушечное ядро, выпущенное из чертовой зенитки. Все вокруг взрывается. Ее призрак умирал со смеху, воскрешая его. Они спасли целую деревню. Это произошло в темную эпоху, когда еще были деревни. Я скучаю по тем временам. Я скучаю.